Вы на канале Лиза Ягодка и Соня Шоу. И сегодня у нас очень интересное видео. Как мы и обещали, мы будем делать роллы. Итак, поехали! Итак, что нам понадобится? Это в первую очередь рис и листы водорослей нори. Итак, что еще нам понадобится? Еще нам понадобится вода с уксусом. А для чего она? Чтобы, если рис прилипает к рукам, быстренько отмыть, и он перестанет. Также нам нужна фольга и циновка. А для чего фольга? Ну, ответ очень простой. Чтобы роллы не прилипали к циновке. Для начинки нам понадобятся огурцы, майонез и сыр, а также семга, слегка соленая, и кунжут. У нас тепличные огурцы большого размера. И чтобы влага не попадала в роллы, мы срежем сердцевину. Давайте приступим. Все, я умею. Итак, вот что у нас получается. Сейчас мы продолжим все это делать с остальными огурцами. Итак, мы срезали сердцевину, и пока Лиза жарит кунжут, мы продолжим. Я поставила разогреваться сковородку, чтобы потом пожарить кунжут. Все, можно жарить. Итак, начнем жарить. Так, высыпаем кунжут. Так вот это все выглядит. Мы жарим кунжут до светло-коричневого цвета, пока он не обретет запах жареных семечек. Итак, пока у нас жарится кунжут, мы порежем огурцы. Итак, извините нас, пожалуйста, но на нашем заднем плане была моя младшая сестра. Ну ладно, продолжим. Давайте продолжим. Да, мы режем огурцы, но чтобы проверить, как резать огурцы длиной, мы возьмем лист и приложим. Примерно вот такой вот длины у нас будет огурец. Ну давайте. Так. Начнем резать. Так. Я все. Так. Вот что у нас получится. Вот так. Все. Вот это мы потом используем. Итак, из этих огурцов мы сделаем основные роллы, а из этих мы сделаем, если что, дополнительные. Кунжут для роллов готов. Вот примерно вот такой вот, такого цвета должно быть, такого цвета должен быть кунжут. Снимаем с огня. И кладем остывать. Пока мы занимались приготовлением ингредиентов, рис остыл. Итак, мы приступаем к приготовлению роллов. У листа есть две стороны, шершавая и гладкая. Начинку надо класть на шершавую сторону. Итак, мы смачиваем руки, чтобы рис не прилип. Ну, и берем. Надо оставить тут примерно 3 сантиметра. 2-3 сантиметра. Так, все стороны мы должны залепить рисом плотненько. Да. Итак, вот так это выглядит все. Навалили сильно много, ничего, перенесем. Так, нет, все стороны должны быть залеплены. Так, вы, если вы чувствуете, что рис уже начинает прилипать, еще смачивайте руки. Итак, теперь вот здесь осталось только чуть-чуть залепить. Мне кажется, небольшой слой сделали. И будет готово. Все. Итак, теперь мы можем накладывать начинку. Начинка у нас, мы уже рассказывали, огурец, рыба,
сыр и майонез. Итак, берем огурец и кладем его вот таким образом. Вот так. Теперь берем семгу и раскладываем. У кого-то могут быть как бы пластинками, но у нас такая, такая рыба. Плоская. Так, теперь мы берем сыр. Так вот, и прям на рыбу наносим. Так. У нас только для этого нужно смочить. Вообще не обязательно. Ладно. Так. Дальше мы начинаем немного добавлять майонеза. Буквально прям чуть-чуть, он для вкуса. Многие не добавляют, но мы решили добавить. Все, хватит. И также его размазываем. Вот так вот примерно это все должно выглядеть. Итак, и начнем закручивать. Так. Ты туда будешь. Давай. Главное прижимать сильно, плотно. Мы должны смазать вот кончик, который у нас вот есть. Мы должны смазать, чтобы он был прилипал. Вот или уксусом, вот той смесью, которая у нас была, или холодной водой. Так, как-то так. Теперь мы должны сильно прижать. Итак, примерно так должно получиться. Вот у нас тут внутренности все. Итак, давай прям тут будем резать. Хорошо. Так, нам нужно нож. Возьмем доточку и переложим ролл на нее. Нож надо смазать той же жидкостью. Так, ну давайте попробуем. Отрезаем сначала то, что у нас вот тут вот, по бокам. И примерно вот так вот вырезаем роллы. Так, смачиваем опять же ножик. Нас уже тут хотят попробовать роллы. Моя сестренка. Так, ну у нас вроде получается. Они такие плотненькие, толстенькие. Еще смочим ножик. Ну вот, примерно так это все выглядит. Так. И вот что у нас вышло. Я думаю, получилось очень аппетитно. Так и хочется их съесть. Так, ну давайте мы сейчас продолжим и покажем, что у нас получилось. Итак, наша первая порция готова к употреблению. И вот что у нас вышло. Теперь мы будем готовить вторую порцию. Вторая порция у нас будет другого вида. Давайте приступим. Опять смачиваем руки. И накладываем рис. Рис, чтобы осталось буквально 3-4 сантиметра. Так. Все плотненько.
Так. Слой поменьше. Вот что у нас получается. Так. Дальше мы переворачиваем наш лист. Так. Так. И сюда мы накладываем нашу начинку. Сначала огурец. Огурец. Сага. Все, близко, прям близко, близко. И сюда. Майонез. Так, сначала наложим сыр. Мачочка. Так. Давай помогу. Смочу ее. Примерно так. Теперь у нас наш майонез. Извините за посторонние, звуки. Ведь от этого нам... Только не надо было так много майонеза. И еще. Он же все равно впитается. И теперь мы закручиваем. Итак, начнем. Только теперь мы прижимаем. Так, теперь нужно нам смазать кончик. А я пока порежу. Поплотнее. Вон, даже внутренности, смотрите, вылезают. Привет. Так, дальше. Еще немного. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Теперь вот. Дальше. Еще прижимаем. Каждый оборот мы должны выжать максимально. Так, и последний. Уже полезло сильно. Для того, чтобы роллы не распадались. Чтобы не было между ними промежутков. Видите, уже все конечности наши повылезали. Так, и сейчас мы еще немного прижмем. Да, видите? Так, я думаю, готово. Да, ну давайте посмотрим, что это из этого вышло. Вот. Теперь мы будем резать. Берем досточку. Так, перекладываем наши роллы. Так. И начинаем резать. Надо было смочить. Миу, 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 миу. Извините за посторонние звуки, это опять же моя сестренка Стеша. Нарезаем роллы. Также мы можем кунжутом. Я немного кунжута смотрю. Без нож. Бери нож, пожалуйста. Так. Смотрим. Видите, если у нас кунжут, сразу как бы красивее выглядит все. С кунжутом. Ну вот и все. Итак, на этом наше видео подходит к концу. А пока мы будем убирать рабочее место, почему бы нам не съесть по одной? Надеюсь. Попробуем. Попробуем. Так. Конец, но ничего. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем удачи, пока!